Жизнь Юрия Шатунова оборвалась внезапно, ему было всего 48 лет. Сейчас решается место похорон солиста группы «Ласковый май». Троекуровское кладбище Москвы было организовано как филиал Новодевичьего во второй половине 70-х годов. Здесь хоронили артистов, художников, спортсменов, видных политических деятелей. Здесь покоятся Борис Немцов, Александр Лазарев, Николай Караченцев и другие. Но самое известное на сегодня захоронение – могила безвременно ушедшей в марте 2019 года молодой певицы Юлии Началовой. Как уверяют работники, к ней не зарастает народная тропа. Благодарные люди несут цветы, игрушки, свечи. Здесь же, недалеко от могилы Юли, по предварительным данным, похоронят Юру Шатунова. Об этом сообщил его директор Аркадий Кудряшов.